Шулкатлы бүгін матрушты зар ешіттім. Өзімні шулай тұрмайсан екен. Мені бет, білмегенмін шулкатлы обруйы зор екенін. Білмедірейм? Мені Анатолий Васильевич меня прямо удивил даже своими определениями. Мне очень приятно это слышать. Вообще, приятно, когда тебе хорошие говорят. Тем более, что моя карьера так складывалась, что... Я не знаю, Анатолий Васильевич, вы знаете ли, я докторскую утверждали мою 23 года. Кандидатскую тоже 3 года. Хотя кандидатскую утверждался обычно за 2-3 месяца. А докторскую, ну, полтора, ну, 2 года. Ну, не 23 года. И 3 месяца. 23 года и 3 месяца. Поэтому я вообще в категории людей ненаграждаемых и нехвалимых особенно. И сегодня столько услышал, похвалю свой адрес, мне за всю, на всю жизнь хватит. Это за всю мою прошлую жизнь. Вы знаете, я хочу поделиться с вами с такой мыслью, что жить долго интересно, но хлопотно, друзья. Поэтому стремиться к этому особенно я бы не рекомендовал. Хлопотно, сложно. Знаете, очень часто приходишь к выводу, ну что ты, что тебе еще надо? Вы знаете, потому что ты идешь к врачам, допустим, по нужде, и ждешь вопрос, ну что тебе надо? Ну что ж ты хочешь? Я хочу здоровья, я хочу пешком ходить, чтобы пользовался метро, чтобы я пешком мог дойти до работы. Ну, мало ли, что ты хочешь, много очень хочешь. У каждого врача так на языке вертится вопрос. Ну что ты? Что? Да. Слушай, имеешь совесть. Пожил. 95 лет. А ты все претендуешь. Да, я претендую, знаете. И хочу. И причем во всех аспектах. Не исключая ничего. Ага. Правда, не все могу, но стараюсь. Но стараюсь. Правильно. Вот. Значит, что еще сказать? Спасибо вам, дорогие друзья. Вы знаете, мы живем в очень тяжелой ситуации. И вообще, почему я даже не хотел юбилей в этом году проводить? Потому что не юбилей, не время. Страна в тяжелейшей ситуации. Но русский народ, ему чем хуже, тем лучше. Поэтому тут еще можно и надеяться на то, что он все-таки вылезет. До поры. Но боюсь, что это до поры, до времени, да. Боюсь. Вот. И татары меня беспокоят. Потому что не секрет. Это не вакарнеп, это барабас. Убай любит. И меня Минск. Бір газетада Шушарадағына оқыдым. Еще раз Магалин говорит. Татарин не тот, у кого родители татары, а тот, у кого дети и внуки татары. Мене шуну ішім. Мене й там. И смело на себя беру. Ну, любовь не картошка, не выкинешь в окошко. Полюбил, так что делать? Однако, татар кишесе, одну маржану хватанете, и рад татар сейчас сюда шерга. Молодец. А если не хотят? Не хотят, не надо с ней жить. А как же? Ну что делать? Ну что делать? Не хочет? Значит, не хочет. Ну что делать?
Я думаю, что это в конечном счете рано или поздно, очень поздно проявляется. К великому сожалению. Вы знаете, даже у высококультурных, высококультурных людей проявляется это. Вот деваться некуда. Знаете, просто пропаганда. Вот интернациональный брак и так далее. Все это нет хорошего, нет зрелого ума. Это просто, знаете, интернационализм, вот он должен быть повсеместным. Нет, интернационализм интернационализмом, но надо проникать друг в культуру друг друга. Только при этом условии можно рассчитывать на что-то. В данном случае татарин, конечно, татаркышесы, языкыши, значит, у татар узынын ғырғадатлары, узынын тілі, узынын матурлығы, узынын башқаяқларын қатынна мәжбүрі кіртірге әгердеке бұлай, бұлай әкірінгіне әйткенде кіртмейтіған болса. Екінші, білесіз ме, бүтін мұны татар 300 миллион ал асыл сөзім бар татар үшін, гүл татар үшін. Сөтке біз тұршыға тыйыш милләтін сақларға, нешік сақларға. Мұны да здравствует, ура, сақлы менде, біз татарлар, шылайтыр бейіп, еріп, селеніп, сақлап болмай. Сақлауының біргіне юлы бар татарын сақлау. Рәсейнің хәлінде, Рәсейнің шартларында. Пока татар кіші өзіне қожа бола алмай, оның жүмхүрияті ме, республикасы ме, автономиясы ме қожа бола алмай өзіне. Хәр бір татар біне лозунгта көп іштәбіз. Азат болып, азат болып, тігі болсын, мұнсы болсын. Ең дұрысы, хәр бір татар кішісі арақы ішместен, тәмәкі тартмастан, бек яқшығына байып, байу юлына басса, өзі-өзіне құжа болсын, онлары құжа табылыр аңарға. Өзі, ең бірінші өзі-өзіне құжа. Міне шул юлыны мен әйтер едім. Ол әлбәтті мейлік арқылы. Мейліксіз, просто тіге мотор сөзлер біленгіне, үгітлер милләтіне соқлап болмай. Милләтіне соқлап бола, әр бір кіші өзін-өзі соқласа. Құжа етіп соқласа. Вот шу. Яғни рахмат. Зұр рахмат. Аллах.